Водитель иномарки эмоционально реагирует на требование инспектора заплатить штраф 1500 рублей. Тонированное стекло его авто практически не пропускает свет. Хозяин автомобиля удалил пленку на месте и решил, что проблема решена, но не тут-то было. Снятие госномеров, если водитель не в состоянии на месте устранить эту неисправность. Есть такие водители, которые на месте устраняют неисправность, тогда к ним применяются меры административного воздействия, то есть штраф 500 рублей, но госномера при этом не снимаются. Легкие движения руки, и водитель выходит из сумрака. Большинство владельцев машин с тонировкой проявляют благоразумие, рассказывают ГИБДД. Но ездить, как они говорят, в аквариуме будут недолго. Опыт показывает, большинство из них вновь стремятся уйти в тень. Ну не знаю, вы дома шторки вот вешаете для чего? Чтобы как бы, не знаю, чтобы никто не видел там. Как бы. Ну так мне больше нравится. С позицией «я тебя вижу, ты меня нет» следует распрощаться, говорят инспектора. Закон един для всех. Передние и боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Для лобового нижняя отметка 75%. У прибора возможна погрешность, поэтому замер делают трижды. В ходе очередного рейда выявлено более 40 излишне затонированных авто. Владельцы оштрафованы на 500 рублей. Всего с начала года в краевом центре зарегистрировано 6 с лишним тысяч таких нарушений. Елена Иговцева, Михаил Исетров, телевизионная служба новостей.